В Башкортостане появится еще 63 низкопольных комфортабельных автобуса. Реформа по обновлению парка городского транспорта началась в республике 3 года назад. За это время для Башкирии было закуплено 943 автобуса большого, среднего и малого классов. Из них 201 автобус был произведен на Нефтекамском автомобильном заводе. А до конца августа предприятие планирует завершить производство еще 63 низкопольных автобусов. В них предусмотрено отдельное место для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также пандус для посадки пассажиров в инвалидной коляске. Кроме того, новые автобусы оснащены информационным табло и голосовым объявлением остановок. А работа на газомоторном топливе делает транспорт более экологичным. Из-за сложностей с поставками руководству завода пришлось в срочном порядке искать новых поставщиков. Например, двигатель и коробка теперь поставляются из Китая. А система кондиционирования автобусов теперь отечественная. Хороших вам новостей!